Мне часто снятся родные Шоршалы и звезды над ними. Сегодня день памяти третьего советского космонавта Андрияна Николаева. Он ушел из жизни 3 июля 15 лет назад. И с тех пор каждый год в этот день в его родном селе Шоршалы Мрапосадского района собираются жители района, гости, чтобы вспомнить, каким он был. Легендарный космонавт, наш земляк, прославивший Чувашию на весь мир. Первый космонавт, который работал на орбите без скафандра. Дважды герой Советского Союза. Генерал-майор авиации Андриян Николаев был очень простым и отзывчивым человеком. Любил природу, с удовольствием играл в шахматы и занимался спортом. Рассказывает его близкий друг Леонид Белов. Двухлетний возраст, мы стали общаться. Он ко мне, я к нему домой. Потом начали вместе и рыбачить, и охотничать, учились в классе, Шошин в одном классе 7 лет. Человек был очень общительный, очень простой был. Самый простой, общительный, мягкий. Вот таким он был. Внимательный вообще к людям был. В селе Шоршалы о герое-космонавте знает каждый. Дом-музей, который находится в его родном селе, никогда не пустует. Частые гости – школьники. Для них биография и судьба обычного парня из небольшого чувашского села – яркий пример того, что можно добиться в жизни, имея цель. Я хочу быть как Андриян Григорьевич Николаев, потому что он дважды герой Советского Союза. Он летал в космос третьим, и также он первый, кто полетел в космос в Чувашии. Дети хотят, очень хотят быть похожими на Андрияна Григорьевича Николаева. Даже когда они рисуют рисунки, то рисуют его и там рисуют самих себя. Как будто они вот вместе с ним куда-то бегают на природу, на рыбалку. Юлиана Полякова переехала жить в село Шоршалы из Башкирии в год смерти космонавта. День проводов Андрияна Николаева помнит, как сегодня. Здесь было, конечно, очень много народу, потому что это такая знаменитость. Для нас это была большая тоже потеря. Я о нем тоже много знаю. В моем возрасте я тоже уже не молодая. Знала до этого, кто Андриян Григорьевич Николаев. И для меня тоже, с одной стороны, это была потеря. И вот я сюда сегодня привела внучку, чтобы маленько познакомиться с историей, кто этот человек. Маленько объяснять надо уже начинать. Андриян Николаев до последних дней своей жизни вел активную общественную жизнь. Писал книги, встречался с молодежью, был участником многих важных событий, происходящих в республике. Скончался в Чебоксарах на 75-м году жизни. Прах третьего космонавта покоится на родной земле, которую он очень любил, в селе Шоршалы. Ольга Алексеева, Павел Рядков, Республика.